А также мы поговорим о других новостях. Неправильно закрепленный груз пивных бутылок соскользнул с прицепа грузовика. Произошло это 19 мая, в момент, когда водитель выезжал на кольцевую дорогу в городе Чарлин, что в Поморском воеводстве. На дорогу упали ящики с тысячами стеклянных бутылок с пивом. Значительная часть товара была повреждена. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия приехала полиция и штрафовала водителя за ненадлежащее закрепление товара. Вы нарушаете правила дорожного движения? Полицейский беспилотник непременно это зафиксирует. Это новый инструмент, используемый для предварительного мониторинга поведения водителей и пешеходов. Что касается нарушения правил, то после фиксации правонарушения в дело вмешиваются сотрудники дорожного отдела. После первых испытаний устройство приступило к работе. Когда позволяет погода, он патрулирует те места, где чаще всего случаются опасные события. Подросток из Петров-Трибунальский, не задумываясь, реагировал, когда водитель получил эпилептический приступ и вытащил ключ из замка зажигания, поэтому автобус избежал удара в столб. Инцидент произошел 13 мая. Пассажиры ждали, когда водитель автобуса откроет им дверь на одной из остановок, но они не открывались. Тогда один из пассажиров, 14-летний Барташ Моншка, заметил, что с водителем что-то происходит. Пока пассажиры вызывали скорую, водитель, не до конца придя в себя, нажал на педаль газа. Люди попадали вперед через резкое движение, но, к счастью, Барташ вытащил ключ и обездвижил водителя, после чего выпустил пассажиров, нажав на соответствующие кнопки. Дирекция городского транспорта в Петрукове-Трибунальском поблагодарила парня за отвагу и спасение людей.